Так, ну что ж, всем привет. Это краткий видеообзор по ассортименту компании Gemini Trade раздела меню Плинтуса. В основном, вот начнем, плоские модели. Плоские есть цветные 60-го размера, 60 мм высотой. Серебро, темная бронза шоколадная, почти что черный. Вот такой цвет шампань. Фурнитурка вся в цвет, как видите. Просто бронза, 60-я модель. Дальше 80-ка есть сейчас только в цвете серебро. Обратите внимание, у нас все модели идут сзади ребристые. Нижняя ножка для упора. 100 мм высота плинтуса. Тоже видите, сзади стенка ребристая. Дополнительная ножка для упора. Для сравнения плинтуса других производителей у нас образец, видите, здесь более гладко все. И здесь нет дополнительного упора, как у нас. Ну, также делаем заказ 100 мм, тоже цветные делаем. Наличия сейчас такого нет, только в серебре. Так, это плоские модели. Дальше модели под кабель-канал. Цветные, светодиодные есть вставки. Вставки светодиодные есть. Такая матовая рассеивающая. Есть просто прозрачная полностью. А модель, соответственно, предусмотрена под ответную часть, под клипсы. Клипсы идут не во всю длину, а вот такие вот коротенькие. На плинтус 2,5 метра их достаточно порядка 5-4 штук. Смотрим, как защелкивается. Ставим на верхнюю часть, и здесь немножко как бы радиус сделан, и надавливаем. То есть нажимать приходится достаточно сильно, потому что, видите, эффект натяжения достаточно большой. Поэтому они держатся очень прочно. Все, то есть защелкивается, и снять достаточно проблематично. То есть это... Снимается он нелегко. Чтобы его просто так вот снять, нужно довольно много применить усилия. Посмотрим еще раз. Видите? Соответственно, мы прокалываем кабель, ставим плинтус и защелкиваем. Соответственно, идет такая же модель. У каждого цвета идет дублирующая без подсветки. Кому она не нужна, либо там, в каких местах в комнате не требуется освещение дополнительно. То есть также она защелкивается. Эти модели, они полностью идентичны по своим габаритам. У них идет общая фурнитура, углы, внешние, внутренние, стыковочные элементы, заглушки, правый, левый. Эти цвет достаточно четко подходит. Так надевается, держится надежно. Тут можно еще дополнительно прикручивать к стене, чтобы она вообще не слетала. Вот такая модель, она еще есть у нас в цвете такой вот шампань цвет, и еще очень популярный цвет, цвет жемчуг.